Торжественный первый звонок прозвенел для детей Моисеевки, что в Павлодарской области, лишь сегодня, зато в новой школе. Девятилетка рассчитана на 100 учеников, пока за парты сели 44. Прежнее учебное заведение было из камыша, его признали аварийным еще в 2020 году. Строительство нужного объекта в свою предвыборную программу включили аманатовцы. И вот спустя всего 4 месяца здесь учатся сельские дети. Данный объект дорожной карты находился на постоянном контроле как депутатов областного, так и районного маслихатов. Основная задача на сегодняшний день, чтобы в село прибыли новые жители, чтобы школа пополнилась детьми в первую очередь. И второе – это открытие классов с государственным языком обучения. Педагоги и дети признаются, не верится, что так быстро решили давнюю проблему. Они уходили на каникулы из аварийного здания с прогнившими полами и ветхой кровлей, а вернулись в современную школу. Немножко не верится, что это уже наша школа. Ее наконец-то построили. Мне очень нравится. Она большая, такая красивая, комфортная. Здесь много чего интересного. В этой школе есть актовый зал, спортивный зал, есть оборудованный компьютерный зал, мини-футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для акробатических занятий, игровые площадки для детей разного возраста. Теперь все сельчане ждут, когда свои двери распахнет мини-центр для дошкольников. Открытие намечено на январь 2024 года.